Почти 10 лет подряд в окрестностях села Ездочного Чернянского района проходит слет тех, кто влюблен в небо. И слово «слет» для них подходит как нельзя лучше, ведь большинство сюда именно прилетают. На парапланах, дельтолетах и мотопарапланах. И не только из Белгородской, но и Воронежской и Ростовской областей. О больших любителях малой авиации наш следующий сюжет. Александр Кокурин из Нововоронежа скоро отметит 70-летие. Считает свой возраст самым подходящим для полетов. В детстве об этом можно было только мечтать, потом отвлекали повседневные дела. Теперь же куда легче находить время на любимое дело. Сегодня Александр Кокурин взлетает на мотопараплане, хотя освоил и другие виды техники и летал не только в России. В Бразилии был, в Аргентине, в Южной Америке, в Северной Америке, в Непале. В Австралии везде летал. А кто попробует хоть раз полетать, тот от этого уже не откажется. Организует встречу любителей малой авиации житель Чернянского района Виктор Голованев. К этому слету он успел доделать свой самолет. Его уже обкатал летчик-испытатель. Виктор говорит, даже такой маленький самолет надо учить летать по всем правилам. Каждый облет приводит к доводкам определенным. Вот сейчас доводим винт, довели развесовку самолета. Самолет новый. Строил я его 2 года, чуть больше даже. Большинство участников слета прибыли сюда на дельтолетах. Эта техника уже испытана. Заправляется обычным бензином. На перелет из Воронежа достаточно 20 литров. Некоторые машины могут развивать скорость больше 100 км в час. Но когда под крылом такая красота, лучше лететь не спеша. Ощущение полета не покидает и на земле. Чтобы почувствовать особую атмосферу, на берегу реки Оскол собираются целыми семьями, приглашают друзей. Здесь какое-то братство, единение. Вот я это почувствовала. Здесь чистый берег. Светлана и Виктор Голованевы, которые весь этот мир организовали и привлекли вот людей сюда, они ведь и следят за этим берегом. Всех этих людей объединяет любовь к высокому во всех смыслах. Из года в год участников слета становится все больше. Чистое небо, чистые эмоции, человеческое общение. То, что необходимо во все времена. Ольга Черная, Елена Глотовская, Игорь Доценко. Новости мира Белогорья.